Испытать судьбу в этот раз решил и вот этот длинноволосый парень. Кстати, он никого вам не напоминает? Здравствуйте, меня зовут Юра Лихно. У вас интересная фамилия? Да, вы не ошиблись. Это мой брат сейчас сидит в жюри. А я сижу здесь. Мне очень хочется сделать ему сюрприз. И вот я решил в этом году попробовать выступить в качестве артиста, в качестве участника этого прекрасного шоу. Насколько вы дружны с братом? Мы с братом разные, несмотря на то, что мы родные. Руслан очень сдержанный. Прежде чем что-то сказать, прежде чем что-то сделать, всегда все взвесить, много раз подумает. Я стрелец по знаку зодиака, и для меня движение, выстрел, экспрессия – в этом наша разница. Как вы думаете, Руслан вас узнает? Я думаю, он узнает меня по походке. Я сам заинтригован. О том, что младший Алихно пришел на «Фактор Бай», не знает никто. Ни его брат Руслан, ни остальные судьи. Чтобы никто не раскрыл его личность, все время до выхода на сцену Юрию придется провести в закрытой гримерке. А по съемочной площадке передвигаться, скрывая свое лицо. На сцену он выйдет в кромешной тьме. Посмотрим, сможет ли Руслан Алихно узнать своего брата по голосу.